На Ватгорской была такая же. Она выходила. Вы меня угрожаете, что меня убьете? Слушайте меня. На Ватгорской выходила сюда с плакатом. Горбачев фашист. Где на Ватгорской? Ну она человек, а вы дерьмо. Вали отсюда! Вали отсюда! Вали отсюда! Иди сюда! Иди сюда! Кто вали отсюда? Иди сюда! Он трус! Иди сюда! Кто говорил вали? Он боится. Я потребую от полиции его арестовать. 3 года будет. 3 года посажу его под лица. За оскорбление власти. Ко мне подойди, чтобы я ушел. Давай вот это. Давай, вот иди сюда. Иди. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди. Иди сюда, подлец. Иди. Вышли сюда, подлец. Иди сюда. Иди сюда, подлец. А? Подлец, скотина. Дай ботинок мой быстро. Быстро ботинок подними. Видите, подлец какой. Кричать он может. А когда я говорю, подойди, бежит. Сейчас. Жириновский говно. Не говно. Давай, иди сюда. Не говно. Не говно. Иди сюда. Иди сюда. Заткнись! Лежи, подлец! Сейчас скорая помощь придет! Будешь в психушке лежать 5 года! Не трогай меня! Молчи, скотина! Не трогай меня! Паспорт давай! Паспорт давай! Паспорт давай, скотина! Мы из другого типа партия! Только парламентским путем! Только! Так подай законопроект, ты мужик! Не говори так по-хамски, подай! Я сейчас додам свой череп, что ты будешь кровью истекать, подлец, скотина! Будешь кровью истекать! Пошел отсюда! Не будешь деньги, пошел отсюда! Пошел отсюда! Пошел отсюда! Ты сегодня сдохнешь, сегодня! Замолчи, пошел вон отсюда!